Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. И сейчас я стою на трассе, потому что мы едем за кроликами. Мы уже почти доехали, но я вышла протереть стекла, потому что я хотела снять вам, куда мы едем. Но на трассе у нас такая грязь. Сейчас +1, и нам просто грязью закидали все лобовое стекло. Сейчас я его протру, и мы с вами немножечко поговорим. Сама решила протереть стекло, чтобы с вами немножко пообщаться. Смотрите, сколько у нас снега. Вот я вам показываю, что у нас вокруг. Ну, а сейчас мы сядем в машину, и я вам расскажу, куда мы едем. Вот я уже в машине. Мы сейчас подъезжаем к районному центру Елховка, проедем его, и там будет ферма. Ферма, где мы закупаем чистопородных белых великанов. 5 лет назад, когда мы начинали заниматься кроликами, самых первых кроликов купили мы именно там. У них очень много линий белых великанов. И мы уже прошли 5 линий. Сейчас мы едем совершенно за другой линией и покупаем кроля. На удивление, у них в этот раз нет кроликов, которые достигли возраста полового созревания. Поэтому мы берем кроля только 5-месячного. Вы хотели взять еще и фландера, но фландер у них вообще 3-месячный. Мы решили его не брать, а потом к весне приехать уже за готовым кролем. Стоимость фландеров за месяц 600 рублей, а все остальные кролики цена за месяц 350 рублей. Цена очень дешевая, поэтому нас она устроила. И так как фландер мы взять не можем, потому что он маленький, и надежда на белого великана, то, что мы его будем случать сразу, тоже нет, потому что мы ждем всегда около 7 месяцев. И тогда только отдаем кроля в случку. А нам нужен срочно кроль. Поэтому мы возьмем калифорнийца. Есть у них калифорниец, которого они уже опробовали. Рабочий калифорниец. И мы на первое время возьмем калифорнийца. Посмотрим, что от него получится. Видите, у нас не удалось с одним калифорнийцем, мы берем другого. Конечно, если был бы рабочий белый великан, мы бы, наверное, не взяли калифорнийца. Когда мы складывали 2 корзинки для белого великана и калифорнийца, что-то нам пришла идея, почему нам не взять крольчиху, калифорнику, и не попробовать, что получится, и сравним их с нашим беловеликанами. Поэтому мы загрузили 3-ю корзинку для крольчихи калифорнийки. Если получится у нас снять, когда мы будем забирать, я вам обязательно все это покажу в этом видео. Вот смотрите, какое огромное здесь хозяйство. Раньше мы приезжали, у них клетки стояли на улице. И только родильное отделение у них было, построенное здание, где рожали у них крольчихи. Теперь вот они выкупили старое здание и сделали здесь крольчатник. И теперь у них все в теплом помещении. Все очень-очень удобно. И сейчас приедут наши кролики. Да что ты лаешь? Да хороший, хороший собачка. Даже колясочка. Конечно. И колясочка, как всегда, как 5 лет назад. Да? 6 штук колясочек. Вот вы посмотрите-ка. Наши кроли едут. Да. Этот белый великанчик. Наш красавчик. На выбор. Самок на выбор. Покрупнее, но поменьше. Не знаю, какая вам больше нравится. Ну, разные линии с кролем, да? Они все 3, да, разные линии. Вот это кроль. Это вот кроль, да? Угу. О, кроль. Так.
Его уже проверили нам. Это девочка покрупнее, которая, да? Так, а другая какая? Вот. Да. Так. Это парень. Но это нам парень. Ой, какого вот нам парня? Есть какого какой нам парня дают? Он прям уже. Вот, что я вам говорил, да? Линия N. Вот они, видите, ага, какие? Они более длинные. Ага. Вот те. Да, и не мордастый такой. У нас какие-то они мордастые. Не мордастые. А да, эти не мордастые. Эти, да, более длинные, они, да. Они раньше взревают, раньше начинают спариваться. Ага. И чаще обгуливаются. Так, то есть раньше обгуливаются. Ну, да, все тогда. Тогда мы берем линию N. Ну да, прям вот не, как будто не кроль, да? Да, вот они были такие длинные. Как крольчиха. И пойдем, мордочка, пойдем, мордочка не такая. И морды не такие. Можно брать его уже? Да, да, конечно, это уже наш. Так, сейчас крольчиху мы выберем. Так, сейчас мы. Все, пусть сидит. Вот, это наш красавец. А сколько он весит, а мы приедем, взвесим? 5 килограмм. 5 килограмм. Это ему 5 месяцев, 5 да? месяцев. Что, кроля тогда забираем тоже, да? Так, это кроль. Подсаживаю. Кроль. Садится. Его хорошо проверяли, да? Хорошо садится. Все, он у нас белых великанов пока. Пойдем. Растет белый великан. Будет крыть. Идем-ка. Так, ну давайте, который покрупнее. Ну, да, мы любим все большое. Да. Есть еще крупнее этой, но уже сукрольная. Сукрольная, сукрольная беременная? На 7 и на 14. Берем такую, покрупнее. Угу. Так. Прикнись. Видишь? Вот ее сюда. И сейчас мы давай покрывай вот этой. Вот, поедут они теперь в новое хозяйство, в наше хозяйство. Вот так вот, да? Да, вот так вот. Потом вот эту деревяшечку. Нет, прям пусть она в этой будет. А-а-а. Вот как мы запаковали, и теперь до дома, а дома взвесим. Мы возвращаемся домой после приобретения наших кроликов. И вы посмотрите, какая красота на дорогах. Уже вокруг включили иллюминацию. Наверное, город готовится к Новому году. Приедем мы домой уже затемно, поэтому завтра я буду взвешивать и покажу, какие веса наших приобретенных кроликов. А на этом я сегодняшнее видео заканчиваю. Вы были на канале Солнечный Дворик, и с вами была я, Елена Бородина. Здоровья вам, мои дорогие. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Пока-пока.